Готовимся к открытию люка грузовика. Сначала проверяем герметичность люка, чтобы было все чики-пики. А потом открываем люки. ЦУП Москвы, МКС в канале СГ1 по проверке герметичности. Так, у нас крайний интервал 10-минутный, полмиллиметра. Принял. Приступаю к открыть люк ИСО ИСУ. Закрываю ККТ, отстыковываю мановакометр. Так, закрываем ККТ. Закрыли ККТ. Отстыковываем мановакометр. Стыковали мановакометр. Мановакометр вот такой вот. Для проверки герметичности. Так, закрываем заглушку. Закрыли заглушку. Приступаем к открытию люка ИСО-ИСУ. Так. КВД ИСО ТК открыто. Проверяем. ИСО ТК открыто. Открыто. КВД ИСО ТК открыто. Раз. Так. Ключ на ключе, флажок в рабочем положении. Вставляем привод крышки, герметизации крышки, и открываем. Открываем и смотрим, как ролики выходят из зацепления. 6-7 оборотов. Так, все. Ручку вытащили, прицепили и оп, люк открыт. Так, у нас тут есть специальные завязочки. Закрываем внутреннюю часть. И закрываем. И люк притягиваем. Люк открыт. Это стыковочный узел прогресса. Принял. Приступаю к открытию люка ТКГ-СУ. Так, пожег. Все, ставим удлинитель. Навал. Так, удлинитель стоит. Флажок. Пожалуйста, Алекс. Так, рабочее положение. Ставим ручку и вращаем. Засекаем время. Засекаем время. Старт. Ручку извлекли. Ключ уложили. Оп. Так.
поддался. Открываем люк. Ох ты. 10 минут прошло после открытия. И теперь полностью открываем люк. Так, оставляем пока здесь. И открываем. Ох ты, какой-то запашок такой технический. Технический, ну нормальный. Это хороший. Так. Фиксируем крышечку. Крышечку фиксируем. Так, зафиксировали люк, и теперь надо доложить. ЦУП Москвы МКС в канале СГ1. Крышка люка открыта и зафиксирована. Хорошо. Заглушку еще надо поставить, КСД. Сейчас ставим еще заглушку. Клапанная. Ставим заглушечку. Оп. И прилепим здесь. В всякий случай. Отвертка КСД. Все, готово. Включаем свет. Оп, оп. Оп, оп. Свет включен. Начинаем работать по... Так, это у нас получается установка быстросъемных винтовых зажимов. Достаем зажимы. Так, у нас не разлетались.
почти установлены. Осталось только их протянуть. Оп. Протягиваем на закрытие.